забрали! До последней детали, иначе выставлю! А там с неба льет дождь! Огненный дождь! Вы здесь, чтобы работать! Если вы не работаете, то идете отсюда вон! Мне тут не нужны всякие... Мы собираем никель для строительства колониальных кораблей. Ближе к жизни в колонии, чем сейчас, ни мы, ни они уже не будем. Нет, тут у нас бывают и игры. Вообще, это дело полезно для мелкой моторики, да? Но работа, и только работа вылепит из ребенка человека, которого стоит купить. Ну, я слушаю. Какого тебе ребенка? У меня тут есть всякие. О, нет, нет, нет. Я не покупатель. Нет, 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 это мой бизнес, и у меня все чисто. Нет, нет, ведь по мою душу. Приходили поважнее, все прикрыть меня хотели. Приходили вот такие лбы сюда. 30 лет назад сюда поступил один мальчик. Нужны все данные о нем. Черные продажи и все законные усыновления. Таких старых данных не храним. Уверен? Уверен. Извини, помочь не смогу. Ничем? Нет. Ошибаешься. У таких сволочей, как ты, хорошая память. Рассказывай все, что помнишь, или проделаю дыру и посмотрю сам. Смотрите на BTV.kz с безлимитным трафиком в подписке Амедиатека и на канале Амедиа Премиум HD.